На НТВ место встречи. Ну, вот и вопрос. Значит, как в эпоху Гарри Поттера распропагандировать новых героев? Александр Николаевич. Вот мы тут говорили, что Гарри Поттер является культурным кодом нынешнего поколения. Как я могу ответить на этот вопрос, если я кода не знаю? А если серьезно, то, наверное, нужно найти людей плана Ильи Эренбурга, такого круга, которые нашли бы форму и нашли те слова, которые бы проникли в душу. Игорь Сергеевич? Не знаю, вот больше. Я понял, да, Игорь Сергеевич. Ну, я ничего не знаю про эпоху Гарри Поттера. Краем уха слышал, когда это появилось. И, кажется, эти люди сейчас в предпенсионном возрасте, которые зачитывались этим персонажем. Ну, и помоложе. Или что-то чуть-чуть ближе. И второе. Гарри Поттер 20 была лет. Была бы установка власти на то, что нужно воспевать настоящих героев, а не руководство принципом «почему ты такой бедный, если ты такой умный?» И тогда найдут людей, которые смогут это написать, смогут снять и смогут распропагандировать. Максим Анатольевич. Для меня сложный вопрос. Я не люблю пропаганду, не умею ей заниматься, на меня она не действует. Но вот если смотреть со стороны, пока у меня ощущение, что не особо получается вот распропагандировать. А вы прям так пропаганду подразумеваете как нечто натужно и неискренне, по-моему. Но с другой стороны, я в этом ничего не понимаю. Может, я ошибаюсь. Михаил Борисович? Я думаю, что надо пробовать. И тот, кто начинает что-то делать, у того начинает получаться. Другой вопрос, что советская пропаганда действовала в вакууме. Когда она только транслировала какие-то смыслы, и никакой альтернативы не было. И тогда результат значительно лучше получался. Сейчас вакуум такой создать практически невозможно. Андрей Николаевич? Вы знаете, я вижу, наблюдаю людей, которые действительно успешно работают в интернете, с молодежью, имеют современные сегодняшние площадки. К сожалению, это не идет сверху. Имена просто не буду называть, потому что слишком долго времени потребуется. Не понял, не идет сверху. То есть блогеры, которые работают с молодежью, очень прекрасно и продвигают образы современных героев. Я дней 10 назад, а может 2 недели назад, ехал в метро. Передо мной стоит парень, а у него на спине написано «Работайте, братья». История работает, когда она уходит в народ. Вот это ушла, поэтому можем, если захотим. Ну, ее так особо как-то... Ее не нужно было пиарить. Так, у меня тогда сегодня, поскольку Дзержинского вчера упоминали в анекдотах, сегодня будет очень короткий, по мне так очень грустный исторический анекдот. Юсину он точно не понравится. Кто подавил восстание Спартака? Зенит. Это было место встречи, которое изменить нельзя. 14:00, будни НТВ. Всего вам доброго, до свидания.